С чего начать поиск работы? Как найти работу в зарубежных компаниях? Что для этого нужно? Сколько стоит анимация за рубежом? Много вопросов, мало ответов. Округленные глаза и потерянность в нескончаемом потоке информации. Мы, ваш спасательный круг, и ответим подробно на все вопросы в этом видео сразу после короткой рекламы. У нас скоро стартуют курсы по основам персонажного рига в Autodesk Maya, где вы подробно изучите, как создается риг и всю необходимую оснастку. А если уже знакомы с наукой риггеров, то ждем вас на курсе по продвинутому ригу. Александр Тархов, лид-риггер студии «Паровоз», поделится тонкостями и фишками профессии. Также скоро старт базового курса по сценарному мастерству и режиссуре, где вас научат прорабатывать идеи от расплывчатой концепции в голове до полноценного профессионального сценария. Давайте разберем все по порядку. Если вы хотите работать на анимационной студии, вам стоит обратить внимание на несколько факторов, от которых зависит успех и востребованность. В первую очередь необходим анимационный рил. Это видеопортфолио длительностью 2-3 минуты. На его составление следует потратить большую часть вашего времени, чтобы отобрать лучшие работы и собрать рил максимально грамотно. И само собой, если вы не аниматор, то это правило все равно работает. Ваше портфолио – самый важный фактор при поиске работы. Знание английского языка откроет вам двери в западные студии. Большой плюс в том, что студии и заказчики, сотрудничающие с фрилансерами со всего мира, в 99% случаев общаются на английском языке. Также может быть полезным продвижение персонального сайта, блога или группы. Группа ВК, канал на YouTube, творческий аккаунт Facebook или Instagram могут стать отличной платформой для самопродвижения. Публикуя работы, вы формируете свою аудиторию, среди которой могут быть ваши потенциальные заказчики. Но чтобы добиться желаемых результатов на творческой должности, кроме всего прочего, еще нужно хорошо написанное cover letter, сопроводительное письмо и правильно составленное CV, проще говоря, резюме. Сейчас мы детально разберем эти две вещи. Начнем с сопроводительного письма. Почему оно так важно? После того, как вы нашли подходящую вакансию, возникает вопрос, как теперь связаться со студией и что им написать? Иногда сайты по поиску работы предлагают заполнить анкету, после чего можно больше не беспокоиться. Однако в большинстве случаев соискатель общается напрямую с работодателем. В таком случае на помощь приходит сопроводительное письмо. Кавер-леттер – неофициальный документ. Вы можете написать его в свободной форме. Тем не менее, существуют правила, которые нужно соблюдать при составлении письма. Первое и самое важное правило – размер письма не более 1-2 страниц. Иначе у рекрутера или супервайзера не будет возможности дочитать ваш объемный текст. В письме вам нужно указать позицию, на которую откликаетесь, и информацию о том, как вы нашли ее. Затем следует кратко рассказать о себе и своих навыках. Почему вы считаете, что подходите на эту должность и почему должны взять именно вас? Покажите свою заинтересованность к студии. Напишите про ваш любимый студийный продукт. Объясните, почему именно он ваш фаворит. Важно также помнить, что каждое сопроводительное письмо пишется индивидуально, под вакансию и студию. Получается вот такой план. Первое. В верхней части – контактная информация, телефон, имейл и так далее. Второе. Обращение к рекрутеру, супервайзеру. Лучше всего по имени, фамилии, если они указаны. Третье. Причина обращения – указание желаемой должности. Четвертое. Коротко о вашем опыте и почему вы подходящая кандидатура на должность. Важно не переписывать текст резюме. Пятое. Навыки. Проверьте на соответствие требованиям вакансии. Шестое. Ваш интерес к студии. Седьмое. Подпись. Следующий важный документ – резюме. В странах постсоветского пространства не сложилась культура подачи резюме, поэтому отсутствуют жестокие требования по его составлению. В то же время на Западе CV является неотъемлемой частью профессионального кейса любого соискателя, который отвечает на вакансию, из-за чего существует множество требований и правил, которые следует соблюдать при составлении этого документа. Существует три основных типа резюме – хронологическое, функциональное и комбинированное.
Мы подробнее остановимся на первых двух и расскажем об основных правилах написания резюме. Если вы никогда не составляли резюме, то можете воспользоваться специализированными сайтами, такими как Resume Builder. В форме анкеты пользователь вносит свои данные и на выходе получает документ с хорошей структурой. Если у вас уже есть определенный опыт составления резюме, попробуйте сделать новое CV самостоятельно. Но сперва мы бы хотели обратить ваше внимание на важные правила написания. Объем не более 2 листов. Ваше резюме должно уместиться на 1 страницу. По статистике, рекрутеры тратят не более 5 секунд на знакомство с вашим резюме. Если за первые 5 секунд они не увидят то, что им важно и нужно увидеть, навыки, определенный опыт, указанные в описании вакансии, то, скорее всего, ваше резюме, как и ваша кандидатура, будут отклонены. Именно поэтому важно грамотно составить документ и сделать его максимально компактным, понятным и простым. Дальше идут читабельный шрифт, форматирование и грамотность текста, четкая структура и формулировки. Резюме – это официальный документ, в котором вы подробно описываете свой трудовой стаж. Важно исключить подтексты и недосказанные мысли. Рекрутеру должна быть понятна заявка соискателя. Важно внимательно посмотреть каждый пункт, чтобы исключить возможные вопросы рекрутера. Какие-то особые вопросы вам зададут уже во время интервью. Кажется странным, но следующий пункт – без фото. Отличительной особенностью CV является отсутствие в нем фотографии. На заданном рынке фото используется только в том случае, если профессия непосредственно связана с вашей внешностью, должностью ведущего, фотомодели. Аниматорам фотография не нужна, но мы верим, что вы все красотки и красавицы, просто такая традиция. Не нужно указывать личные данные, которые не относятся к вашей работе, семейное положение, пол и так далее. Резюме пишется от третьего лица в прошедшем времени. В настоящем времени описывается только текущее место работы. Название должности важно разместить в шапке резюме. Оно должно соответствовать вакансии. Стоит указывать только опыт, соответствующий актуальному профессиональному направлению. Не нужно указывать ваш, например, ветеринарный опыт, если вы отправляете запрос на должность 2D-3D-аниматора. Также можно не упоминать об опыте 15-летней давности. Контактные данные. Здесь не нужно писать домашний адрес. Нужно указать ваши предпочтительные способы связи с вами – Skype, email, ссылка на портфолио и личный сайт. Написать немного о цели вашей профессиональной карьеры. Указать достижения. Теперь поговорим об особенностях хронологического резюме. Основная из них – описание вашей профессиональной истории в хронологическом порядке или в порядке в обратной хронологии. Все зависит от того, на чем вы хотите сделать акцент. Чаще всего используется вариант с обратной хронологией. В таком порядке самый последний актуальный опыт попадает на первое место в списке. В резюме должны быть указаны. Контактная информация всегда в верхней части для всех форматов. Резюме Introduction – коротко о целях карьеры. Не стоит здесь дублировать текст cover letter. Опыт работы – центральный раздел этого формата. Он должен отображать ваш путь развития как специалиста. Обратная хронология. Образование менее важно в данном случае, чем опыт работы. Ваши навыки, награды и достижения, если имеются. Такое резюме подойдет тем, у кого уже есть определенный опыт в индустрии. В функциональном резюме делается упор скорее не на опыт, а скиллы, навыки, полученные в процессе обучения или самостоятельно. Контактная информация всегда в верхней части для всех форматов. Резюме Introduction – коротко о себе, целях, опыте. Qualification Summary – Skills – подчеркните свои навыки. Опыт работы – маленький раздел, опущенные временные рамки, тем самым позволяет скрыть разрывы в рабочем стаже или небольшой тайминг. Ваши навыки занимают большую часть вашего резюме и имеют решающее значение. Образование. Здесь укажите высшую степень образования и сертификаты. Награды и достижения, если имеются.
Такой формат подойдет тем, кто решил сменить сферу деятельности – студентам, фрилансерам, людям с небольшим профессиональным опытом, а также тем, у кого отсутствует опыт работы. Несмотря на то, что резюме – сухой и официальный документ, не стоит ограничивать себя. Смело проявляйте вашу индивидуальность и креативность. Примеры творческого подхода вы видите сейчас на экране. Итак, у вас есть первоклассный рил, портфолио с крутыми работами и резюме. Где и как найти работу с таким багажом? Как всегда быть в курсе вакансий? Не самый креативный, но зато самый решающий этап, когда нужно действовать. Есть три основных способа поиска работы, которые можно поделить на два типа. А. Активный тип с прямым откликом на вакансию. Б. Созидательный тип, когда соискатель в режиме ожидания просто ждет ответа от рекрутера. К активному типу относятся специализированные сайты для поиска работы, фриланс-фермы – сайты, выступающие в роли посредников между заказчиком и исполнителем. Одна из его функций – безопасные сделки, когда оплату получают после выполненной работы. Самореклама, социальные сети, блоги, формируя которые вы привлекаете потенциальных клиентов. Существует очень много сайтов по работе, однако в большинстве случаев достаточно регистрации на 2-3 сайтах. Студии часто ищут рабочих на таких сайтах, как LinkedIn Jobs, Animated Jobs, Indeed, Facebook Groups, ArtStation Jobs, Glassdoor. В список самых известных сайтов для фриланса входят Upwork, Fiverr, Freelancer, 99 Decision, Dribbble, ArtWanted и Decision Crowd. Вам потребуется время, чтобы набрать необходимую аудиторию и заработать имя. Для самопиара лучше всего подходят такие площадки, как ArtStation и Behance, также тематические группы и социальные для художников и аниматоров. Анимационные челленджи – отличный способ прокачать навыки, показать свое портфолио и получить обратную связь от высококвалифицированных специалистов. Вот самые наглядные примеры. Анимационный международный челлендж, 11 Second Club, 2 Hours Challenge, Anim Challenge. Можно также поучаствовать в мульт-коллабах. Это когда аниматоры делят какой-нибудь мультфильм, хотя не обязательно, и каждый анимирует кусок в своем стиле. Такой эксперимент проводили над многими любимой классикой, как Шрек и аниме Sailor Moon. Мультиколлабами также занималась российская студия «Феникс». Больше подобных челленджей и их примеров несложно найти в интернете. Вот вы уже набрались опыта, получили известность, и вам пишет работодатель, готовый вам заплатить. Но сколько? Какая цена за анимацию является нормой? Чтобы грамотно указать диапазон желаемой зарплаты, важно иметь ориентиры. До недавнего времени сайт Glassdoor был единственным ресурсом, через который можно было узнать зарплатную вилку конкретных студий в зависимости от опыта и квалификации. В прайс-калькуляторе для аниматоров можно рассчитать сумму анимации в зависимости от хронометража и техники анимации. Если у вас уже есть определенный опыт в анимации и вы хотели бы его повысить, если вы хотите больше узнать о том, как работают с западными студиями и планируете написать свое собственное резюме, но не решаете, то мы приглашаем вас на курс 2D-анимация на экспорт, где вместе с преподавателем Екатериной Максимовой вы сможете прокачать ваше портфолио, соберете свой персональный кейс для работы с западными студиями и напишите резюме на 2 языках. Рассмотрите, с какими налоговыми формами вы можете столкнуться при работе со студиями. Под руководством Екатерины вы научитесь работать со скриптами Toon Boom Harmony и Adobe Animate. В конце курса вы создадите несколько сценок для своего портфолио и соберете ваш анимационный рил. Этот ролик создан на основе статьи. Перейдя по ссылке в описании, вы сможете ознакомиться с этой темой подробнее и найти множество полезных ссылок. С вами была команда Animation School. Желаем вам творческих и финансовых успехов. До встречи в следующих видео.